Конкурс «Фестиваль театральный калейдоскоп», который проводится среди магнитогорских детских садов, набирает обороты. В течение нескольких месяцев 27 дошкольных учреждений представляют на суд жюри свои постановки. Одна из заявок на победу от детского сада номер 136. Малыши подготовили игровой спектакль по мотивам индийской народной сказки «Золотая антилопа». Оценила игру юных актеров и наша съемочная группа. Полумрак, индийские джунгли, свисающие со всех сторон лианы и маленький мальчик, услыхавший вдалеке звуки охоты. На сцене детского сада номер 136 сказка о золотой антилопе. Здравствуйте, дорогие гости! Сейчас мы сказку вам покажем, одну историю расскажем. О далекой стране, где круглый год жаркое солнце. В детском саду 136 играют известную народную индийскую сказку не случайно. Тема финального этапа городского фестиваля – сказка, ложь, давний намек. Жестких рамок в выборе произведений не было, но постановщики решили отдать дань детской классике. Премьере предшествовала большая работа. Писался адаптированный под детей сценарий, обговаривались и шились костюмы, изготавливались декорации. Сценический опыт за плечами исполнителей ролей небольшой, но малыши признаются, к спектаклю подошли серьезно. И вот итог кропотливой работы. Словам «Золотой антилопы», сказанным под занавес спектакля, веришь на все 100. Лучше дружбу хранить, чем сокровища копить. Да, пойдем! Дружба – это великая сила! Занавес. Теперь дело за судьями. В управлении образования заметили, что все представленные на конкурс спектакли оказались абсолютно разными, как по оформлению, так и по режиссерскому решению. Поэтому прийти к единой оценке жюри будет непросто. До конца февраля им предстоит посмотреть спектакли остальных финалистов. Окончательные итоги театрального фестиваля будут подведены 20 февраля. Станислав Юрин, телекомпания ТВН.